меня зовут Кейт Клэп, и я только что вернулась с магазина, купила себе пару прекрасных вещичек. Это хозяйственное мыло. Пахнет, как вся моя жизнь. И это удовольствие нужно растянуть еще на 2 месяца. Меня все бесит. Это тупая погода за окном, эти тупые люди. Мне никто не звонит. А если кто-то со мной разговаривает, то обязательно говорит только о себе. Там кто-нибудь есть? Привет, меня зовут Блэр. Я хотела вам сказать, что если Катя не будет покупать косметику, мы с ней перестанем общаться и не будем дружить, потому что мы это делаем только из-за косметики. И если мы будем с ней дружить, у нее не будет больше друзей, и она умрет в одиночестве. Ну что, похоже, если она не будет давать мне косметику, я приду краситься к вам.